Ну что же, подрубил через... через захват экрана. Блин, и как-то, честно говоря, я даже не помню, были ли у меня такие поля по краям в прошлый раз. Ну, как бы то ни было, всем здрасте. Продолжаем санитариум. Это как раз было после первого такого серьезного испытания. Город с покинутыми детьми, которых удалось переобразовать в растение, называемое мамочка, инопланетное существо, которое мы благополучно забороли и вернулись назад в дурку. Как-то очень необычно, такая негнетущая атмосфера какая-то, чиловая музычка играет. Обитатели чилят во внутреннем дворе. Сейчас мы тут со всеми пообщаемся, все посмотрим. Здоровый детина. Прости, а как тебя зовут? Ну ты даешь, Макс. Так же, как и вчера, и как позавчера. Я Брюс Чемберс. Помню. Да, эта авария сильно повредила тебе мозги. Автомобильная авария? Да. Покататься в машине медсестры была не лучшая твоя затея. В том смысле, что у тебя на лице места живого нет и с головой не в порядке. Здравствуй, Арвиго. Слушай, ну это мне прям льстит, что по мне кто-то скучает, но я очень рад, что мы снова тут. Вот, не знаю, просто что-то настроения вообще не было во что-либо такое играть именно на стриме. Вот. И тут, когда настроение стало из отрицательного хотя бы нулевым, я решил поиграть в санитариум. Вот. Более депрессивного занятия, конечно, не мог придумать, но что-то хочется завершить начатое. Где я? Ты уже был здесь ранее. Неужели не помнишь? Нет, мне это место не знакомо. Это же внутренний дворик, Макс. Тебе здесь нравилось? То есть что? То есть теперь они ему подают, что была какая-то автокатастрофа, но... что это он просто угнал машину медсестры и разбился, и его вернули назад. Допустим. Но я не сумасшедший, я не должен быть здесь. Успокойся, Мак, успокойся. Но я не сумасшедший. Конечно же нет, Мак, конечно. Я не сумасшедший, я не сумасшедший. Ого, этот сюжет очень сложный на самом деле. Короче, я, чтобы прям не спойлерить, в принципе, не конкретно тебе, а вообще, в принципе, для, ну, не спойлерить, не забегать вперед нашего прохождения, просто играем за чувака, который, как мы видели из интро, разбился на машине, очнулся в какой-то гнетущей психбольнице. Какой-то совершенно мрачной, стрёмной, и как бы все обитатели вокруг несут какой-то дикий бред, он не понимает, что происходит. Подходит к статуе ангела, она внезапно оживает, говорит, ты должен искать правду. Вот. И накрывает его крыльями. Он просыпается в каком-то покинутом маленьком городке США, где обитают одни какие-то уродливые дети, которые говорят все время про какую-то мамочку. Да, мы выясняем, что это какой-то инопланетный организм, который упал на это поселение, ликвидировал всех взрослых, а детей пытался превратить в какие-то растения, преобразовать. И, в общем-то, мы этого монстра побеждаем и просыпаемся снова в психбольнице. То есть тут у него явно какое-то сумасшествие, да, то есть какой-то психоз, он видит какие-то странные вещи, но понять, где реальность, а где, в общем-то, его воображение, да, я не знаю, сложно назвать это фантазией, воображением, конечно, да, где вот эти вот приступы, да, где реальность, а где приступы вот этого психоза, да, тут непонятно, в общем, надо это разгадать.
Откуда доносится эта ужасная музыка? Из смотрового кабинета. Доктор Морган сказал, что он проводит аудиоопыт или что-то в этом роде. Доктор Морган, он тут везде присутствует, во всем нарративе. То есть везде, то есть там его постоянно то больные в первой части упоминали, то упоминался даже где-то в этом городке с детьми. Ну как бы да, да, оно поначалу непонятно, да. Ничего не понятно, да? Но очень интересно, да? Вот, и ты постепенно это все расследуешь и выясняешь, докапываешься до того, что же на самом деле произошло. Я знаю, это похоже на бред, но я только что побывал в странном городе, где огромное инопланетное растение поубивало всех взрослых, оставив живых детей. А ты прав. То есть ты не веришь мне? Нет, в том смысле, что это похоже на бред. Прими таблетку, Макс. Тебе станет лучше. Ну что там, санитары такие добрые. Что бы им злыми на самом деле быть? За ними тут явное превосходство. Сейчас мы со всеми погутарим. Славненькая пачка, старичок. Простите, как вас зовут? Скиппи. Откуда доносится эта ужасная музыка? Не знаю. О, с хвостиком. Почему «о» с хвостиком? Потому. Твоя большая ватная башка растет прямо из уха. Башка растет из уха. Ты знаешь что-нибудь о других пациентах? Ты знаешь что-нибудь о других пациентах? Очень смешно, дедушка. Очень смешно, дедушка. Комментатор с лентача, походу. Питьевой фонтанчик в ужасном состоянии. Здесь вообще кто-нибудь следит за порядком? Стальные ворота, чтобы больные люди не смогли выбраться наружу. Чувак под Элвиса. У него явно обувь не по размеру. Под Элвиса косит. Прости, как тебя зовут? Ты шутишь, мужик? Я король. Король. Король чего? Король рок-н-ролла, старик. Я Элвис. Тот самый Элвис? Но я думал, что ты, как бы это сказать, в общем, умер. Это был обманный ход, старик. Давление было таким сильным, что мне понадобился перерыв. Перерыв? Ты устал от славы? От славы, наркотиков, еды и так далее. Мне нужно было время, чтобы расслабиться, протрезветь, похудеть. Понятно, излагаю? Да, похоже, ты потерял несколько фунтов со времен концерта на Гавайях. Спасибо тебе. Спасибо, что заметил. Ну, тут они нам... Разговоры с ними мало чего дадут. Откуда доносится эта ужасная музыка? Хотел бы я знать, старик. Это вещи для девчонок. Но все-таки поговорим со всеми. Причем тут очень, как бы, ну, вроде внутренний двор, но при этом все равно сама по себе клиника очень странная. Какие-то гаргульи, выставленные фигурки на заборе. Очень странное оформление, при этом вот еще что примечательно, что тут дерево что такое. Это за странные деревья? Дерево как будто с лицом. Это как бы характерный момент, который стоит запомнить. Я потом позже еще обращу на него внимание. Эта женщина облизывает себе губы. По сравнению с ней я совершенно здоров психически. Что это за странные деревья? Прости, как тебя зовут? Зовут меня Вера, звучит это мило. Я слопала мужа и стала счастливой. Съела мужа. Вера. В оригинале там что-то говорится, что типа... My name is Vera. It sounds very nice. I ate my husband with... Что-то там...
and rice, там, с какими-то овощами и рисом, съел ему уже. Причем вот именно эту фразу и в английском варианте, и еще в куче других локализаций, там, в испанской, немецкой, и ее чаще всего, по-моему, скринили, вот, судя по сообществу в Стиме, я чаще всего натыкался именно на этот скрин. Откуда доносится эта ужасная музыка? Отличная музыка, ритм и так далее. Как жаль, что мне тесно в новых сандалиях. Ты что-нибудь знаешь о других пациентах? Будет вкусно, когда в желудке пусто. Что ты хочешь этим сказать? Поперчить, посолить и в котел положить, добавить картошки и есть большой ложкой. Ну ладно, ладно, потом поговорим, пока. Ладно. Такой себе. Так, ну с санитаром еще можно перетереть. Что он задумал? Прости, как тебя зовут? Джон Уайтфуд, Макс. Ты что, не помнишь? Нет, прости меня. Где я? В дурдоме, разумеется, во внутреннем дворике. Нам пришлось провести эвакуацию из башни после взрыва. Какого взрыва? Взрыва генератора. Его должны были починить на этой неделе. Взрыва генератора. Его должны были починить на этой неделе. Ужасно. Закосячили фразу. Которые были наверху. Боюсь, ты единственный, кому удалось спастись, мой друг. Единственный? Боже мой. Сколько же человек погибло? Ну, что-то около 15. Огонь начал быстро распространяться после второго взрыва. К ним невозможно было подобраться. Но как тебе удалось выжить? Если я расскажу тебе, то ты подумаешь, что я сошел с ума. Все-таки расскажи. Мне очень интересно, как тебе удалось спастись. Я знаю, это похоже на бред, но я только что побывал в странном городке, где огромное инопланетное растение поубивало всех взрослых, оставив живых детей. Понятно. Ты, наверное, подумал, что я такой же псих, как все остальные. Нет, это не так. У меня своя собственная теория о том, что могло с тобой произойти. Ну, слушай, я на самом деле ничего конкретно не выспрашиваю, я просто со всеми персонажами, как это сказать, полностью все варианты диалогов прорабатываю, просто чтобы найти, где мне дадут какую-то подсказку, намек на какое-то продвижение дальше. Я не сумасшедший, я не должен быть здесь. Здесь таким заявлением никого не удивишь, друг мой. То есть мы как-то вот уже более-менее общую картину понимаем. То есть в том крыле произошел взрыв генератора. Макс как-то выжил. Как он сам уверен, это с помощью ангела, который его оттуда вытащил. Вот. И остальные погибли. Откуда доносится это ужасное? По крайней мере, так они ему сообщают. Доктор Морган проверяет свою теорию о влиянии музыки на пациентов. Он проводит свои исследования в смотровом кабинете. Какая теория? Я думаю, что твое сознание не могло смириться с мыслью о том, что ты бросаешь на произвол судьбы тех, кому нужна помощь. И ты придумал себе такое убежище, спрятался в нем и переждал опасность. Городок – такое убежище, спрятался в нем и переждал опасность. Городок – это наша башня, дети-пациенты, а отсутствующие взрослые – это врачи и остальной персонал, которого не оказалось рядом в трудную минуту. Может быть, ты прав, но все казалось таким реальным. Наш мозг способен творить чудеса, Макс. В твоем сознании это было реально. Как он все разложил, все ему объяснил. Ну, тут, слушай, тут без подсказки. Тут как бы вся игра, по сути, строится на диалогах. Не только на диалогах, есть, конечно, такие чисто механические задачи. Вот. Но большая часть, наверное, две трети игры именно из диалогов происходит. Сейчас тут еще один санитар, еще один... Два санитара. Ну... Этот тип выглядит довольно кровожадно.
Прости, как тебя зовут? Стэн Домбровский, не забудь! Где я? Во внутреннем дворе. Я не сумасшедший, я не должен быть здесь. Заткнись, пока я тебя не врезал. Вот и поговорили. Откуда доносится эта ужасная музыка? Доктор проводит какой-то тест в смотровом кабинете. Да? Какой тест? А я-то откуда знаю, придурок? Я знаю, это похоже на бред, но я только что побывал в странном городке, где огромное инопланетное растение поубивало всех взрослых, оставив живых детей. Да заткнись ты! Меньше всего нашего времени отнимал. Не очень дружелюбная личность. Прости, как тебя зовут? И почему вы все проклятые лунатики так любите поговорить? Боже мой! Меня зовут Гектор, Гектор Васкис. А сейчас проваливай отсюда, мумия несчастная. Где я? Где, где? В дурдоме, где ж еще? Почему у меня перебинтована голова? Потому что ты такой урод. Ладно, человек-мумия, буду с тобой откровенен. Понимаешь, когда маленькие зелененькие человечки пришли... Да перестань ты. Такая себе, конечно, озвучка из 90-х, но надо сказать, что в оригинале она там не намного лучше. Я не сумасшедший, я не должен быть здесь. Эй, прекрати истерику, псих! На меня это не действует. Откуда доносится эта ужасная музыка? То есть ты не видишь оркестра розовых слоников? Очень смешно. Похоже, ты потерял чувство юмора одновременно с покоем. Я знаю, это похоже на бред, но я только что побывал в странном городке, где огромное инопланетное растение поубивало всех взрослых, оставив живых детей. Повезло тебе. Почему бы тебе туда не вернуться? Ну ладно. Короче, немного мы из этого всего узнали, но... Ладно, вот с этим последним уже поговорим. Чувак сидит в обнимку с рыбой, на него сверху капает вода из трубы. Он слишком привязан к этой рыбе. Прости, как тебя зовут? Да, сэр. Есть, сэр. Ну, кого черт принес? Оставь меня в покое. Не дают старику отдохнуть на этом корабле. Нет, слушай, не вникает вот это... Как бы это... сказать, это очень такая вещь тягучая и долгая. Откуда доносится эта ужасная музыка? А? Не надо со мной разговаривать. У меня тут... похмельный синдром после отплытия. Тут главное вот это преодолеть именно вот сам этап дурки, да, и когда он снова попадет в свой этот бред, там уже будет вопрос, что лучше. Ну, в оригинале он вообще говорил, когда смотрит на этого чувака с рыбой, который в обнимку с рыбой сидит, говорит, что я надеюсь, он только... Как это сказать? Только обнимается с рыбой. Больше ничего. Так, а, ну все, он больше ничего не скажет. А, блин, музыку... Ее, кстати, вырубить, по-моему, тут можно. Старый проигрыватель, но, судя по всему, в рабочем состоянии. Все, вырубили. Еще можно разные пластинки ставить. Пластинка «Рокобилли Свинг». Ничего ставить не будем, потому что... Беладонна в корзинке. Потому что это, по-моему, никак не поможет. Хотя, вроде бы, там какую-то поставишь, там кто-то там, типа... Пластинка «Баллада о капитане Дике». По-моему, кто-то из этих обитателей встанет,
начнет какие-то действия выполнять, и мы сможем что-то, что, ну, где-то продвинуться. Вкусного врача. Что он там пишет? Здравствуйте. Вы должно быть доктор Морган. Что? Ах, это ты, Макс? А мы думали, что ты погиб при пожаре. Где ты был? Кто, я? Да так, отлучился ненадолго. Ну что ж, я рад, что ты в безопасности, Макс. Но я имею в виду, всякий раз, когда ты мысленно покидаешь нас, у тебя будут возникать проблемы. Но, доктор Морган, меня действительно здесь не было. Я был в другом месте. Это был небольшой городок. Там были дети. Все было настоящим. Они... Ну же, Макс, успокойся. А иначе я вызову санитара. Ты хочешь этого, Макс? Нет, я в порядке. Я очень хочу вылечиться, доктор. Но меня одолевают странные мысли, вопросы, на которые нет ответа. Я ничего не вижу плохого в твоей любознательности, Макс. Я бы с удовольствием ответил на некоторые твои вопросы. Мы поговорим с тобой позже, когда я закончу свою работу. Был пожар? Что случилось? Взорвался генератор. Не повезло всем, кто был в это время наверху в башне. Почти никому не удалось спастись. Никому? Что вы говорите такое? Что тут непонятного, Макс? Был пожар, огонь все разрушил, те, кто были в башне, не смогли выбраться. Тебе повезло, что ты выжил. Похоже, никому до этого нет дела. А кто-нибудь выяснил, почему взорвался генератор? Пока нам не удалось узнать это, но... Безусловно, мы все очень переживаем за наших пациентов. Успокаиваем их, пытаемся вернуть им душевный комфорт. Мы же не хотим, чтобы их что-то тревожило. Конечно же, нет. А что вы делаете, доктор? Я провожу эксперимент о влиянии музыки на состояние всех наших пациентов. Так, ладно. Тоже особо ничего полезного нам не сообщил. Надо осмотреть. Интересно, смогу ли я услышать какие-нибудь новости? Активный только в организмах новорожденных, ДНАВ за несколько лет уродует, калечит и убивает свои жертвы. Анатомические схемы. Наверное, это часть работы морга. Анатомические схемы. Наверное, это часть работы морга. Так, ладно, он нам все сказал. Нам нужно... Попробуем попасть в храм. Тут у обитателей есть... Неужели предполагается, что эти фигуры благотворно влияют на психику? Видимо, у архитектора не все в порядке с головой. Что это за странные деревья? Сцены, я что-то даже не припомню. Наверное, не додумался просто посмотреть на витражи снаружи. Она выглядит такой печальной. Доктор, вы мой доктор? Добро пожаловать в Штаты, Макс. Мне уже удалось собрать команду лучших исследователей здесь, в Милосердии. Но я несказанно рад тому, что вы все-таки решили принять мое предложение, доктор Лафтон. Нет. Доктор, с вами все хорошо? Я доктор, со мной все хорошо, спасибо. Да, я доктор, но я здесь не работаю. Жалко, а я надеялась, что вы наш новый доктор. С тех пор, как мой друг перестал разговаривать со мной, не так одиноко. Нужно, чтобы его вылечили, и он снова смог разговаривать со мной. То есть у него какие-то флешбеки, какие-то воспоминания, где он сам ученый, да, и судя по всему, когда вот он... разбился на машине, там что-то было именно про какой-то прорыв в каком-то научном исследовании, которое он сам осуществил. А кто твой друг? Крэг. Что с ним случилось? У него ларингит? А я не знаю. Возможно. Все, что я знаю, это то, что он не приходит ко мне и не говорит со мной уже какое-то время. Он уехал отсюда. Может быть, его выписали, и он просто не сказал тебе об этом? Нет, он не был пациентом. Он просто встречался со мной в солнечные дни у фонтана. Почему ты так одинока,
Здесь же есть и другие, с ними тоже можно поболтать. Они мне не нравятся, они все психи. Крэг был другим, высокий, темноволосый и красивый. Он считал меня хорошенькой. Крэг, видимо. Уверен, что под этой накидкой скрывается очень красивое личико. Почему ты прячешь свое лицо? С тех пор, как Крэг перестал приходить ко мне, я никому не показываю свое уродливое лицо. Перестань так говорить. Ты вовсе не уродин. Вы просто пытаетесь быть вежливым, но меня не проведешь. Нам надо вот ее запомнить, потому что это персонаж, который будет не только здесь присутствовать. Куда ведут эти двери? Похоже, там кто-то есть. Там отец Боб проповедь читает. Я хотела зайти послушать, но двери заколочены. Мне не удалось их открыть. А как проповеднику удалось войти в часовню, если двери заколочены? Ему, наверное, помогает его маленький служка, Норм. Так, все, она отошла к фонтану, начнем вот теперь. Вот это да, какие тяжелые двери. Пойдем внутрь. Церковь с ноги так заходит. Дичь какая. Это просто манекен. Если вор украл, чтобы прихожане собраны из манекенов. Но если его поймаю, то он должен заплатить. Зачем он приковал его руки к ногам? Даже если потеряет все при этом. Прости, как тебя зовут? Я святой Норман, апостол Боба. Апостол Боба? А о какой религии идет речь? О, праведный, слова Боба есть истина, они глаза и уши Бога. О, святейший из святейших, Боб, самый бобовый из всех. Самый бобовый. Восславим Боба. Дичь какая. Проповедника очень волнует проблема воровства. Для этого был какой-то повод. О, зловещее, коварнейшее происшествие омрачило нашу чудесную славную обитель. Сон греховодников и стяжателей проник в святую обитель Боба и унес с собой наисвятейший символ. Понятно. Спасибо, что внесли ясность. Проповедник какой-то взвинченный сегодня. Он всегда такой? Нет, но случилось страшное. Один злобный грешник взял что-то очень ценное в обители Боба. Поэтому мы зорко следим за всеми, кто приближается. Отойди! Но я просто хотел переговорить с проповедником. Говори отсюда. Когда мы узнаем, что именно то сперли, это будет просто вообще в анекдоте. Выглядит несколько эксцентрично. Прости, как тебя зовут? Как меня зовут? Апостол Норман. Это заблудшая овца жаждет правды. Жаждет правды, учитель. Аминь, Норман. У меня много имен, дитя мое. Но ты можешь называть меня отец Боб. Вас, похоже, очень беспокоит проблема... проблема воровства. С чем это связано? Среди нас много грешников, друг мой. Они распространяют свои неправедные мысли, подобно раковой опухоли, пускающей свои метастазы. И вот эти грешники осквернили святость его дома. Осквернили? Как им это удалось? Эти посланники дьявола в образе жуликов проникли в его святое пристанище и совершили страшное преступление. Побуждаемые дьяволом, они украли самый священный символ. Это до чего же докатилось наше общество? Осуждаем. Если ничтожные посланники сатаны совершенно спокойно врываются в святое место, в обитель Боба, почему я не слышу то, что хочу услышать? Аминь, святой отец. Благодарю тебя, Норман. А что это был за священный символ? Не мог ли я его где-нибудь увидеть? Сын мой, они украли святой крест. Золотое свидетельство его воли. Короче, понятно. Украли крест, нужно его вернуть. Но ваши прихожане, как бы это сказать, в общем, в некотором роде сделаны из дерева. Заблудшая овца отбилась от паствы, брат Норман. Раскрой ему глаза, отец. Да будет так, аминь. Моя паства особенная в глазах Господа нашего. В данный момент они сидят неподвижно, погруженные в глубокую молитву,
поэтому может показаться, что они сделаны из дерева. Но правда в том, что они такие же живые, как ты и я. Ну ладно, раз вы так настаиваете. Как бы... Мы тут еще не самый больной персонаж. Но получается, что... Все, что мы хотели, узнали, нужно было столько их слушать, чтобы просто понять, что их крест похитили. Кстати, что-то мне кажется, или косяк с музыкой исправился, такой был раньше на предыдущих стримах. Это могло произойти внезапно. Так, 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 так. Ладно, что мы будем делать? Со всеми мы тут... Ну, кстати, можно попробовать... Нет, новых опций не появилось. У санитаров, по крайней мере. Пока у больных. До свидания, выделено. Я так понимаю, надо сейчас ставить пластинки, чтобы, ну, с разной музыкой, чтобы они как-то поочередно начали смещаться. Нас вроде как интересует, чтобы сместился чувак, который там с рыбой обнимается. Пластинка «Вальс Доннера». Пластинка «Рокобилли Свинг». Пластинка «Беладонна в корзинке». Пластинка «Баллада о капитане Дике». Вот, наверное, вот это. Что-то на морскую тему. Да, точняк. Надеюсь, он только танцует с рыбой. Только танцует с рыбой. Че? Что ты скажешь об этой записи? Не понял. Что ты скажешь об этой записи? Разрази меня гром! Вот это подходящая музыка для старого моряка, чтобы станцевать джигу. Понятно. Походу, ничего мы не получили. Эта штука регулирует подачу воды. Мне нужно чем-то поддеть ее, чтобы открыть. Отвертка, наверное, нужна. Ну, теперь мы вообще туда пройти не можем. Ладно. Что-нибудь другое попробуем. Пластинка «Рокобилли Свинг». Да здравствует король. Элвисом пойдем поговорим. По-моему, тоже ничего нам это не даст. Что ты скажешь об этой записи? Ну, слушай, это напомнило мне шоу Салливана. Так и тянет воспроизвести парочку моих характерных... движений бедрами. Понятно. В принципе, одна запись, которая играла в начале, она, ее, соответственно, можно и не ставить. У нас осталась еще одна, последняя.
Пластинка «Вальс Доннера». Пластинка «Баллада о капитане Дике». Пластинка «Рокабилли Свинг». Или нет, то же самое. Просто не в том порядке, у меня в инвентаре разместился. Да здравствует король. Пластинка «Рокабилли», пластинка «Вальс Доннера», пластинка «Беладонна в корзинке». А, вот он, все. Дедулька, который себя... Звучающе, но глаз не отвести. Дедулька, который изображает из себя балерину, стал под ним, собственно, этот крест и лежал. Так, ну что ж, ладно, одной проблемы меньше. Пусть мы сможем отсюда выбраться сегодня. Фу, пахнет оттуда, снизу. Да чтоб тебя, блин, куда ты назад-то пошел? Какое-то это управление, конечно, душноватое. Нужно зажимать правую кнопку мыши и вести, указывать ему постоянно направление, куда двигаться. Священный символ. Окей, идем возвращать крест. Да, музон, похоже, не пофиксился, потому что... Должен был смениться, когда мы в церковь зашли. Все, кто пришли до меня, были... Я нашел ваш утраченный символ, отец. Что это? Пославим Господа нашего. Пославим Господа нашего. Подойди, сын мой. За сотворенное тобой в наше смутное время чудо отныне я нарекаю тебя святым Максом религиозного братства Боба. Вот тебе мой посох праведника. Опирайся на него в твоих поисках Бога. Аллилуйя! Спасибо, я использую его на благо человечества. Аллилуйя! Аминь! Учили мне швабру. Старая метла. А, метла, не швабра, метла. И грабителями, но паства не станет. Вручили мне метлу и назначили меня святым их церкви. Так, и где мы ее сможем заюзать тогда? Сейчас сразу надо выяснить. Не, во-первых, надо музон вырубить. Фрагмент той же самой музыки по радио. Активный только в организмах новорожденных, ДНАВ за несколько... Понятно, это мы уже слышали. Так, здесь двух диалогов нет. Блин, надо... Эта штука регулирует подачу воды. Мне нужно чем-то поддеть ее, чтобы открыть. Я так понимаю, надо перекрыть воду, чтобы она больше на этого чувака с рыбы не капала. Старый. Метлой. Это для этого надо было метлу заполучать. Как здесь все запутано. По этим трубам должна поступать вода в фонтан. Вот эта загадка по жестокости, наверное, сопоставима с... холодильником в «Братьях-пилотах». Так, ну, буду вспоминать.
4 трубы, у каждой какое-то свое обозначение. Треугольник, ромб, круг и квадрат. Так, есть схема. Значит, разрыв, там, где место разрыва, обозначено треугольником. Значит, нам нужно туда перекрыть подачу воды, как я понял. Не знаю, вроде, судя по этому всему, она туда не подается. А, нет, тут нужно порядок, что ли, выяснить. Как-то... Короче. Нет, туда 3 трубы подходят. Ромб, круг и треугольник, как я понял. Ну, КЗ, вроде бы ни по одной из них вода не поступает. А, ну, проще попробовать один раз, чем... Долго в это вникать, может, в процессе станет ясно. Потому что я, честно говоря, логику этой загадки вообще не помню. Соответственно, можно напор регулировать. По этим трубам должна поступать вода в фонтан. Дернул за цепочку, ничего не произошло. Фу. По-моему, в Стиме была ачивка даже, если фу. Раздавить паука, который ползает рядом с этой штукой. Так, значит, это отвод, а приходит раз, два, три, четыре. В общем, приходит из 4 мест и отводится из 4 места. Мне подсказывает, что нужно как-то во все 4 трубы поровну отвести воду. Но это не точно. А, может быть, не нужно, чтобы она там прекратила на него капать, а наоборот, чтобы его залило. И как-то странно, то есть нам как бы дают загадку, и при этом вообще игра никак не поясняет, для чего мы, собственно, это делаем, какого мы результата хотим добиться. Зачем нам нужен этот мужик, зачем нам его рыба, вообще как бы, пока непонятно, куда нам двигаться дальше. Я просто помню, вот, что вот надо эту загадку решить каким-то образом, и как-то дальше продвинемся. А зачем мы это делаем, я не понимаю. Так, сюда немного. Везде по чуть-чуть, ну-ка. По этим трубам должна поступать вода. Никакого результата. Так, вроде все трубы задействовали, но... Попробуем на треугольник максимально дать напор. Так, вот это
Три четверти. О, стикерама. Здравствуй. Ты очень вовремя. Скажи-ка мне, что здесь нужно делать? Зачем мы, точнее, это делаем? Ты помнишь, нет? Этот момент. Зачем нам нужно ковыряться в водопроводе? Ну, я понимаю, что надо что-то сделать с этим мужиком, с рыбой. Но, как бы, игра нам вообще никак не намекает на это. Вьетнамские флешбеки, да. Такие же, как я сравнил ее уже с холодильником из «Братьев-пилотов». Это то, что вспоминают, когда заходит речь о том квесте, который я, кстати, так и не прошел. Но про холодильник наслышан. Здесь тоже что-то очень такое. Ну, я так понимаю, надо одну трубу заполнить полностью, максимальный напор сделать. Ох, сложное, сложное дерьмо. Как ты вообще, как настроение? Да, можно под это дело вспомнить еще ряд каких-то таких самых хардкорных квестовых загадок. Я так сходу, конечно, сейчас не вспомню, но я... Отлично помню, что в большинстве квестов там была как минимум одна такая головоломка, которую просто... с которой у тебя вся игра ассоциируется в результате. О. По этим трубам должна поступать вода. Надеюсь, там прогресс не сбросился. Я так случайно вышел. Причем непонятно, вроде как... Мы визуально так видим, что из всех четырех труб вода приходит. Но как она тут циркулирует, блин, это, конечно, сложно отслеживать. Почему-то напор приходит только из трех. Пока что. Надо прям конкретно отследить, где мы теряем. Что-то делаю, как бы что-то меняется, а результат все один и тот же. О! Максимальный напор на треугольник. Черт. Ну что? Ну как бы трубу вообще порвало. Чувака заливает. А как бы он вообще не ноль реакции. Слушай, ну прям рад на самом деле, что все спокойно. И что игры какие-то затягивают. Я сейчас тоже как-то пытаюсь немножко в свободное время и скопировать. Потому что, ну не знаю, иначе какая-то прям тревога. Какое жуткое место. Блин, ну короче, чуваку устроили душ. И что? И что нам дальше делать? Вы вырубите его теперь? Вырубим, он скажет, нет, включи назад. Этим трубам должна поступать вода. Загадка, кстати, до сих пор доступна, поэтому... Вот сейчас. Ну, вообще ноль реакции. По этим трубам должна поступать вода в фонтан. А, блин. Он же говорит фонтан. Вода в фонтан. А я вот прям не дослушал. Он так приглушенно так говорит. Фонтан, значит, я теперь понял, что фонтан — это вот этот круг. То есть оно, в принципе, так схематично отображено. Правильно. То есть нам нужно на круг теперь дать такой же напор. О!
Ну, у меня это получилось буквально так вот. По щелчку пальца, ну-ка. Йо, значит, фонтан заполнить. Ну, тогда, в принципе, есть какая-то логика. Я буквально вот одно слово не услышал. Засимпатичнее. Потому что там вот эта вот девушка, она как раз говорила про фонтан, про то, что она встречалась там со своим другом возле фонтана. Вот, так что... А интересно, а если мы... Нет. Может быть, что-нибудь другое? То есть, оказывается, дело-то вообще не в этом мужике. Просто это как опция была, что его можно залить. Это неправильно. Так, ладно, я просто хотел попробовать еще и другие места тоже залить, посмотреть, что будет. Да, слушай, ну в деревне там, это вообще-то, по-моему, самая такая, там жестяк. Самый жестяк, но при этом она и эмоционально очень такая насыщенная, и история реально очень интересная. И хэппи-энд самое главное. Я почистил твой фонтан, Кристалл, а твой друг вернулся? О, да, я так счастлива. Крэг вернулся. Ты видишь его? Какой же он красавец. Нет, не вижу. Отражение движется. Ну-ка. Меня по-прежнему одолевают видения. Моя душа иссохла. Я не знаю вас, сэр, но все же благодарю вас. Какое ваше самое заветное желание? Я... Мне очень хочется снова увидеть свою сестру. Макс? Сара хочет увидеть тебя сейчас. Ну что, тебе уже лучше? Я, наверное, не смогу пойти в цирк в этом году. Ничего, сходим в следующем году. Макс, ты можешь сделать кое-что для меня? Кукла, которую папа выиграл для меня в прошлом году в цирке. Мистер Клоун, ты не мог бы принести его мне? Он в ящике с игрушками. Да, ну конечно. Где он? Ну где же он? Я не могу найти его, Сара. Я не могу. Я не могу. Да, это жесть, конечно. Что происходит со мной? То есть он вспомнил вот это вот воспоминание, когда его сестра умирала, попросила его принести ей любимую игрушку, он ее не успел найти, сестра умерла, он остался жить остаток жизни до настоящих дней с чувством вины, что он так и не успел ее как-то порадовать перед смертью. Не, ну это очень, очень печально. Когда впервые играл в Санитариум, меня почти сразу закинули в эту деревню, и я уже так обрадовался, думал, что каждая миссия будет представлять собой совершенно новую мистическую историю с различными локациями, эдакий криповый квантовый скачок. Но игра на деле оказалась более цельной, и многие миссии происходят в психолечебнице. Ну слушай, ну тут на самом деле так и есть, тут по сути все так поделено на главы, которые, ну, каждая из которых это отдельная какая-то история, но при этом они еще и так очень здорово... Неплохо бы вдремнуть. Причем невзначай, но так здорово переплетены друг с другом, и как бы одна на другую наслаивается, ее дополняет, что ли. То есть это тут прям, ну, реально такая иллюстрация психоза, что ли. Вот, собственно, теперь мы в роли девочки, я так понимаю, это его сестра.
но утверждать не буду. Главное, что музыки сейчас нету никакой. Через это я все могу разглядеть. Тут какой-то бродячий цирк, которые живут на острове во время затопления. Там все как бы, город, который там по соседству находился, по-моему, все затопило. И они тут как-то пытаются выжить, что ли, на острове. И там, по-моему, какая-то тварь еще плавает в воде и постепенно их истребляет. И там еще какие-то разорванные тела. Жесть. Голова. А, блин, это опять... Не важно. Так, ладно, будем разбираться. Небольшой красный нос, как у Санта-Клауса. Боже мой, как ты попала сюда, малышка? Не знаю, мистер. Все, что я помню, это как я смотрела в воду. А потом что-то вспыхнуло, и вот я очнулась здесь. Мне как-то не по себе, потому что я ничего не помню. Ну что ты, не надо бояться, моя дорогая. Применив мой широко известный дедуктивный метод, сообщаю тебе, что ты, судя по всему, плыла в лодке и свалилась за борт. Приливом тебя принесло сюда в целости и сохранности. Я уверен, что твоя семья тебя уже ищет. Меня зовут Сара, а вас как? Что? Да я же сам Антонио Бальдини, гений шоумен и главный на манеже. Где я? А ты не знаешь? Ну, тогда тебе крупно повезло, девочка. Потому что непосредственно за моей спиной разыгрывается самое фантастическое действо, которое только можно себе вообразить. Да? Неужели ты никогда не слышала о всемирно известном бродячем цирке братьев Бальдини? Скажи, что это не так? Впрочем, всего несколько долларов откроют тебе двери в мир магии, чудес и гротеска. Причем, что забавно, что когда я взялся перепроходить, я сперва игру, по-моему, проходил в английской версии, а может быть и в русской. Ну, короче, смысл в том был, что я ее взялся тут же перепроходить уже в другой локализации. Скорее всего, в английской, да, и сразу заметил, что в самом начале, когда ты находишься в этой башне, которая, собственно, паноптикум, да, и психи, которые там обитают, они, каждый из них бормочет как раз, у каждого как бы свой нарратив касательно той истории, что ли, да, в которой мы побываем, касательно каждой отдельной главы. Так, ладно, договоримся. Но у меня нет денег. Маэстро. Вот что я тебе скажу, моя дорогая. Времена сейчас тяжелые, и публики в это время года не очень много. Так что я дам тебе бесплатный пропуск на игру «Отожми кальмара». Если тебе повезет, выиграешь пару билетов. О, спасибо вам, мистер Байдини. Не стоит благодарить меня, дорогая. А сейчас, простите меня, юная леди, мне пора вернуться к руководству цирком. Дожми кальмара. Эй, вы, лентяи! У нас посетитель! Шоу должно продолжаться! Озвучка тут ничего. Хотя я помню, что мне вот именно вот эта часть с цирком как-то не особо нравилась. Водка. Так, наверное, зайдем в шатер сразу же, потому что там, по-моему, больше всего персонажей, мы со всеми поговорим, выясним. Зайти-то. Ух ты! Ширина этого шатра, наверное, не меньше миллиона футов. Классно ее озвучили, кстати говоря. А, блин, не могу туда попасть. Обходить. Ух ты!
Шериф? Эрик, можно поймать, интересно? Нет, они просто летают сами по себе. Он может жонглировать одной рукой. Меня зовут Сара, а тебя? Меня зовут Лавкач. По совершенно очевидной причине. Блин. У тебя здорово получается. Здорово, скажи, а? Я могу жонглировать чем угодно. Правда? Но, да, но я уже утомился от безделья. Никто меня больше не вызывает. Вот что они затыкаются все, когда мы диалог инициируем. Так, короче, ничего он нам особо не сказал. Боже мой, какие огромные руки! Меня зовут Сара, а тебя? Меня зовут Джим. Я самый сильный в мире. Ух ты! У тебя столько мускулов! Да, а было еще больше, но я перестал держать себя в форме после потопа. Сильный был потоп, да? Да, мы вынуждены торчать здесь до тех пор, пока вода не сойдет. Я потерял половину моих железок в этом потоке. К тому моменту, когда мы спасемся, я стану жалким, слабым доходягой, как эти клоуны. Так, короче, тут потоп, и они не могут отсюда выбраться. Я раньше никогда не видела цирка на острове. Да, это, видимо, первый и последний в твоей жизни. Кто живет в том большом и страшном доме на другом острове? Не знаю. Я просто рад, что Инферно не пыталась добраться туда. А почему? Ее глупый муженек Геральда, шпагоглотатель, собирался туда, но Игги позаботился о нем. Игги. Игги Поп? Ну, это, видимо, они так называют какого-то монстра, который плавает вокруг этого островка. Кто умеет стрелять? Где сюда? Испытание проходит мимо испытания. Привет, мистер Байдин. Привет, Сара. Тебе нравится наш цирк? Даже не знаю, что сказать. Что скажете, нравится цирк или нет? Блин, наверное, нет. Ну, не знаю. Ты наверняка видела еще не все наши удивительные номера. Не спеши, повнимательнее посмотри все еще раз. Я не понял, будет дожидаться ответа «да» или что? Не проходите мимо. Бочка, которая горит огонь. Какой красивый костюм. Ух ты, ты действительно выдыхаешь огонь. Согласна ли ты, Дженнифер, взять в законные мужья Макса? Согласна. Я выдыхаю огонь. Как тебя зовут, малышка? Меня зовут Сара. А тебя? Мое настоящее имя Дженнифер Лэнг. Но для тебя я Инферно. Это мой сценический псевдоним. Какой красивый костюм. О, спасибо. Какая ты милая девочка. Я всегда хотела иметь такую дочку, как ты. А почему же у вас ее нет? У нас с мужем не было возможности вести семейную жизнь. А что случилось? Он вместе с другими артистами попытался добраться до того острова, но на них напал гигантский кальмар. Я не поплыла с ними из-за морской болезни. Муж сказал, что посмотрит, как там, и вернется за мной. Но он не вернулся. Мне очень жаль. Ничего, дорогая. Если бы ты знала, как мне хочется передать кому-нибудь секрет моего мастерства по выдыханию огня. Чем-то она очень отдаленно Эйприл Райан напоминает из Longest Journey, из самого первого. Не знаю, чем-то вот. Ой, передай его мне. Я хочу очень. Ну, не знаю даже. Ты слишком маленькая еще. Пожалуйста. Ну, хорошо, но нам понадобится горючее. У меня почти ничего не осталось. Горючее понадобится, окей. Так, еще там вот еще три персонажа сидят, но они, по-моему, такие второстепенные. О, от него плохо пахнет.
Дана Назаров, а тебя? Липер. Тебе нравится в цирке? Да уж всю жизнь мечтал. Все, что у меня есть, так это проклятая рыба. Почему ты не используешь что-нибудь еще? А что здесь еще может быть? Раньше мне что-то подкидывала публика. Но теперь-то нету публики. Этот цирк прогорел. Понятно. Так, кстати говоря, надо... Загрузить. Сохранить. Сохраниться на всякий случай, а то мало ли чё. Продолжать. Бедненький, грустный, маленький клоун. Я был очень удивлен, на самом деле, что когда санитариум появился в Стиме, сюда даже ачивки как-то умудрились прикрутить. Я его изначально на пиратке проходил, но как-то вот, как увидел в Стиме, просто для коллекции взял. Тебе нравится в цирке? Нет, меня моя сестренка уже достала. А почему она мучает тебя? Не знаю. Она вообще-то всегда была довольно жестокой. Но с тех пор, как погиб ее песик, ты не представляешь, она просто озверела. Ей совершенно наплевать, каково человеку, когда она швыряется тортом. Больно, между прочим. Я был уверен, что мистер Бальдини прогонит ее после этих гастролей. Но случился потом, мы застряли здесь. Так что теперь все. Это надо понимать его сестренка. Надеюсь, она не бросит этим меня. Меня зовут Сара, а тебя? А тебе-то что за дело, козявка? Почему ты такой грубый? Ты же просто спросила. Я же просто спросила. Меня зовут Трикси. Постарайся запомнить. Тебе нравится в цирке? Ну что, шутишь? Здесь делать нечего. Единственное мое развлечение – это колотить моего тупого братца. Не нахожу в этом ничего хорошего. Замолчи. Меня не интересует твое мнение, креветка. Для клоуна ты не слишком приветлив. А я думаю, что клоуны должны быть радостными и довольными. Неужели? Особенно, когда они вынуждены торчать в захудалом цирке, да еще на острове, и ждать, пока их сожрет эта гигантская уродина. Что значит ждать, пока сожрет? Какая уродина? Да, этот проклятый кальмар. Я с самого начала знала, что зря Антонио купил его. Эта сволочь сожрала мою собачку в первый же день. Бедный мой мистер Пуперс. Мне так жаль. Тебе жаль? Это, конечно, замечательно. Но не вернет мою собачку назад. Ну все, иди отсюда, пока я не запустила в тебя тортом. Понятно. И пол перепутали, как это часто бывает в локализациях. Так, ну, по крайней мере, мы кое-что узнали тут. Это и нужно топливо. Кто умеет стрелять? Все сюда! Испытайте себя! Кстати, музыка реально сменяется. То сменяется, то нет. Я не понимаю, что за проблема. И, может быть, оно так и должно. Играйте мускулами! Удивите своих друзей! Кто собьет всех... Это вот очень странное создание. Он такой большой, круглый. Меня зовут Сара, а тебя? Похоже? Похоже на мое имя? Похоже, мне глубоко наплевать, что тебя зовут Сара. Тебе нравится в цирке? Да это же просто рай! Вот закончу треп с твоей тупой башкой и пойду к бассейну пропустить парочку мартини. Ты так ругаешься? И что? Что будешь делать? Стукнешь моей мамочке? Ой, как страшно! Ты глупо выглядишь с этим шариком на голове. Неужели? Какое счастье, что ты пришла и сообщила мне это. Что бы я делал тут без такой наблюдательной особы? Ты грубый, замолчи. Давай, гуляй отсюда. Токсик. Понятно. Не сильно он нам помог. Так, у меня... Главный пропуск на шоу «Отожми кальмара». Отожми кальмара, окей.
Ладно, ну мы сперва тут как бы все осмотрим, со всеми поговорим. Он такой печальный. Меня зовут Сара, а тебя? Меня зовут Колли Налит, а мою жену Марта. О'Лири? Где-то мы, по-моему, уже слышали такую фамилию. Что случилось с вашим городом? Потоп. Прорвало старую дамбу рядом со смотровой площадкой. Годами за ней никто не следил, как всегда. Как это случилось? Ее, можно сказать, забросили, не обращали внимания. Мы знали, что требуется ремонт, но наивно полагали, что она еще постоит какое-то время. Кроме того, в городском бюджете было ограниченное количество средств. И были, как нам казалось, более насущные проблемы. Думаю, мы ошибались. Что случилось с остальными жителями? Большинство погибло при потопе. Немногие выжившие, включая мою семью, поднялись сюда в поисках пристанища. А где же они? Я не встретила никого, кроме вашей семьи. Но только мы и остались. Этот кальмар уничтожает нас одного за другим. Как ему это удается? Вы же намного выше уровня воды. С тех пор, как он обитает у наших берегов, он стал в 3 раза больше. Иногда по ночам я вижу, как он своими длинными щупальцами шарит по берегу в поисках нас. Неужели ничего нельзя поделать? Боюсь, что нет. Мы здесь все обречены. Да, конечно, жесть и безысходность. Так, она должна быть суровая. Пойду к бассейну, меня зовут Сара, а тебя? Откуда ты взялся, маленький чертенок? Я не могла тебя видеть раньше. Я просто прибыла сюда, но точно не помню, каким образом. Да, хорошая легенда, ничего не скажешь. Ну и ну. Грешники плодят себе подобных, да спасут их небеса. Ты такое же зло, как и остальные, богом забытые уроды. Я не урод, я просто маленькая девочка. Да? Ты не обманешь меня, дьявольское отродье. Я знаю, на что вы способны, служители Вельзевула. Вы можете менять свою внешность. Наверняка ты заодно с этой водяной мерзостью, которая нас всех погубит. Жесть и паранойя. Я не очень хорошо поняла все, что вы сказали. Прекрати притворяться, маленькое чудовище. Ты все поняла? Ты меня не обведешь вокруг пальца. Это вы не спаслали проклятие на наш город, безбожники. Ваш муж очень симпатичный человек. Муж? Ты имеешь в виду этого придурка? Никакой он мне не муж. Тогда почему ты стоишь рядом с ним? Не прикидывайся ты, ядовитая змея. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что если я повернусь к нему спиной, он сожрет мои мозги, как грейпфрут. Да, до чего изоляция и отчаяние человека доводит. Эти дома такие жалкие, словно вот-вот рухнут. Банка с маслом. О. Ни за что. Значит, ни за что. Надо ее забирать. Вряд ли масло пойдет как топливо, но... Посмотрим. О, ребенок! Меня зовут Сара, а тебя? О, еще один ребенок. Замечательно. Ты, девчонка. Меня зовут Шон. Кроме нас, здесь больше нет детей? Нету. Тоска. Мне скучно здесь одному. Не с кем поиграть. Если тебе так одиноко, почему же ты не идешь в цирк? Там есть чем заняться. Мама не пускает. Она говорит, что в цирке полно страшных взрослых и что они напустили на нас потоп, потому что они грешники. Как глупо! Как они могли сотворить такое? Не знаю. Маме лучше знать. Ты всегда делаешь то, что мама велит? Обычно, да. Что значит обычно, да? А,
Однажды ночью я потихоньку смылся и пробрался в цирк, хотя мама не разрешает мне. Ну и было довольно скучно. Все, кроме силача, спали. Он писал какие-то сопливые любовные стихи. Очень плохие стихи. Я запомнил одну строчку. «О, инферно, моя любовь безмерна». Так смешно. Теперь эта часть острова твой дом? Да, если это можно назвать домом, так жалкие лачуги. А где все остальные семьи? Остались только я и мои предки. Раньше было больше народа, но они все стали исчезать. Я помню, самое главное, что нам нужно здесь по итогу заполучить, это, собственно, набор для метания огнем, или как это назвать, то есть топливо. Пакел, вроде бы, и, собственно, навык. То есть, это, как ее, Инферно зовут? Инферно должна нас научить, собственно, этому. А что случилось? Никто точно не знает, но мы думаем, что в этом виновато чудовище. Чудовище? Да, огромный кальмар. Папа говорит, что он скоро нас всех сожрет. Я не хочу, чтобы меня съели. Эти дома такие жалкие, словно вот-вот рухнут. Да, вроде больше ничего тут нету. Все, что хотели, мы узнали. Очень много тут народу, очень много болтовни. Там такая глава, где людей реально больше всего и больше всего диалогов. Там с Инферно перетереть. Я знаю. Кто шлет тебе любовные послания? Что? Откуда ты знаешь, что я их получаю? Я не сказала об этом ни единой душе. Не могу раскрыть тебе свой источник, но мне известно, что это сила Джина посылает их тебе. О, нет. Только не этот большой олух. Блин. И фразу не за... Я знаю. Что? Не могу раскрыть тебе... О, нет. Только не этот большой олух. Еще раз я хочу хотя бы прочитать, о чем речь. Не могу. О, нет. Только не этот большой олух. Понятно. Так, а можно ей отдать это? Нет, нельзя. Ладно, теперь с силачом поговорим. Я знаю, что именно ты посвящаешь любовные стихи Инферно. Почему же ты не признаешься ей? Пусть она знает, что ты ее любишь. А? Что? Я? Нет, вот черт. Как ты догадалась? Понимаешь, я боюсь признаться ей в своих чувствах. Ты боишься? Такой здоровый парень. Представь себе, я могу повязать себе на шею стальной прут, но боюсь сказать ей о своих чувствах. А почему? Она не воспринимает меня всерьез. Считает меня просто большим кретином. Ума не приложу, как ей доказать, что я люблю ее. Окей, а мы станем посредником в этом. Не проходите мимо, испытайте свою ловкость. Всего один билет. А, ну и так, для порядка остальных посмотрим. Ну ладно, нет так нет. Пойдем тогда с новыми говорить. Но это тоже такая сайд-стори, которую нужно будет решить. Блин, хреново, что приходится такой большой обход все время делать, чтобы на уровень ниже попасть. Блин, и что, он еще нас не пропускает еще нас?
Охренеть. Еще и проход перегородил. Кто умеет стрелять, все сюда! Испытайте себя! За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство! Да, конечно, замечательная игра, но вот управление здесь и навигация — это просто косяк. Так, и нам вроде нужно будет во всех вот этих вот конкурсах выиграть. Здорово! Удивите своих друзей! Кто собьет все кегли? Один билет за попытку! Антонио пока еще в своем уме. У нас действительно посетитель. Меня зовут Карл Райс. Но ты можешь называть меня Измаил. Я отвечаю за игру «Отожми кальмара». «Отожми кальмара»? А как в нее играть? Очень просто, малышка. Это тест на силу. Ты отдаешь мне билет на игру, а я вручаю тебе якорь. Ты тянешь его вверх, а затем силой бросаешь его на голову кальмара. Это вызовет выделение красящего вещества и щупальца. Чем выше, тем больше билетов ты выиграешь. А зачем мне еще билеты? Чтобы покататься на карусели, конечно. Что ты читаешь? Это комиксы? Что? Это классическое произведение «Юная леди», а не бульварное чтиво. Это эпическая сага о человеке, одержимом идеей убить белого кита. Ой, бедный кит. Нет, ты ничего не поняла. Кит — это олицетворение всего земного зла. А человек стремится... Неважно, забудь. Окей, классика. Можно мне поиграть? Конечно, если у тебя есть 3 билета. У меня есть пропуск от мистера Бальдини на игру «Отожми кальмара». Этого достаточно. Вперед! Ух ты! Играйте мускулами! Удивите своих друзей! Она просто берет и выигрывает сразу же. Смотри! Один билет на попытку! Твое мастерство! О! С нею можно поиграть! Я их собью! Один билетик за попытку! У меня есть билеты! Постарайтесь, юная особа, только осторожно! Ну, пробуй. Кто умеет стрелять? Все сюда! Испытайте себя! За один билет можете продемонстрировать свое... Пипец, конечно, когда они все одновременно говорят, просто мозги выносят, если честно. Можно мне еще сыграть? У тебя что, с памятью плохо? Ты забыла, что сломала мой аттракцион? Уходи! Понятно, зато кеглю заполучили. Где-то она нам пригодится. Так, дальше. Кто умеет стрелять? О, с нею можно поиграть! Может, они заткнутся все после того, когда мы хотя бы по одному разу сыграем в каждой. И еще одна попытка. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. Смотри, не промахнись. Ха-ха-ха-ха-ха! Тебе пора зрение проверить. Ну как-то тут можно выиграть. Я не помню, как там на результат повлиять. О, ей можно поиграть! И не побоитесь посетить наше самое страшное... Я бы хотела попробовать. Один билет, будьте любезны. У меня есть билеты. Хорошо, юная леди. Попытка, не пытка. Ух ты! А у нас победитель! А, я вспомнил. По-моему, ничего тут от них я не получу. Это тупо возможность выиграть билеты.
При этом, если у нас остается последний билет, то мы всегда выигрываем, чтобы совсем не остаться на нуле. Я бы хотела попробовать. Один билет, будьте любезны. У меня есть билеты. Хорошо, юная леди. Попытка, не пытка. Кто умеет стрелять? Все сюда! Извини, дорогая, не все себя. Как у мастера. За один билет вы сможете продемонстрировать. Сколько у нас их? 5. Гегля. Так, ладно, ну допустим 5, но надо понять, где они нам еще могут пригодиться. Наверное, чтобы на фрик-шоу попасть. А, ну и карусель тоже. Это штуковина для карусели. Но она же заржавела. Понятно, заржавела, у нас есть масло. Потратилось, отлично. Ух ты! Вот это забавно, но звери пугают меня. Ни за что. Что ни за что? А, все. Нормас. Ух ты! Попадем на другую сторону. Так, нам надо как-то туда проникнуть. Не думаю, что мне можно пойти туда. Кажется, он хозяин комнаты смеха. Меня зовут Сара. А тебя? Оливер Твит. И должен сказать, что я никогда не видел такой маленькой Сары. Ты совсем крошка, ребенок. Крошка! Кто этот клоун на крыше? Это клоун Спенки. Он сидит на крыше вперед смотрящий. Зачем? Он высматривает маленького негодяя, который стащил его нос с афиши. Какой-то мелкий детеныш типа тебя украл его во время наших последних гастролей. Сколько нужно билетов, чтобы войти? 5, маленькая креветка. Но ты сначала узнай у Спенки, достаточно ли ты большая, чтобы вынести весь кошмар, который происходит внутри. 5 билетов, плюс нужно по росту подходить. Подойди поближе, мелюзга. Спенки определит, можно ли тебе пройти или нет. Брось ее обратно в воду, Спенки. Она ростом не вышла. Вот это можно как-то будет решить, а вот как именно, я не помню. Кегля? Что-то нужно будет тут сделать, чтобы она по росту подходила. Я не могу идти тут. Не думаю, что мне можно пойти туда. Вы ужаса, и не побоитесь посетить наше... Сколько нужно билетов? Это не для тебя, коротышка. Мала еще, ростом не вышла. Приходи годика через 3. Так, ладно. Позже придумаем, как это решить. Этот клоун пугает меня. Не думаю, что мне можно пойти туда. Не думаю, что мне можно пойти туда. Говори ты с ним, почему нельзя? Меня зовут Сара, а вас как? Меня зовут Зиппи. Я предсказываю будущее. В моих картах сокрыты тайны вселенной. Ты можешь предсказать мне мою судьбу? Конечно могу. Надо свериться с картами. О, да! А, как интересно! А что там? Что они говорят? Королевская карта! Тебя ожидает огромное богатство и неограниченная власть над всем!
Впрочем, нет, это всего лишь бубновая дама. И все? Ты можешь предсказать мне мою судьбу? Конечно, могу. Ну что там? Что они говорят? Кровоточащее сердце. Тебя ждет кровавый ритуал расчлененки. Дикари обогрят тебя кровью. Но это ужасно. Ты уверен, что не ошибся? Действительно, это всего-навсего король червей. Похоже, я прихватил не ту колоду карт сегодня утром. Да. Ну, по-моему, тут тоже какие-то намеки на то, что нас дальше ждет в следующих главах. Он похож на неправильно сложенного болванчика. Меня зовут Сара, а тебя? Стюарт Литкин, мое дорогое дитя. К вашим услугам широкий ассортимент диковинных существ. Я счастливый обладатель страшных чудовищ, которые приходят к тебе в ночной кошмар. Я коллекционер уродов. И добро пожаловать к моим монстрикам. Откуда взялись эти уродцы? Какая разница, дитя мое? Они здесь, чтобы развлечь тебя и заметить. Надежно спрятаны за железными решетками. Так что разглядывай их в своем удовольствии. А сколько нужно билетов, чтобы войти? Каких-то жалких 5 билетиков. Полдесятка на один меньше, чем полдюжины. Весьма скромная плата за возможность лицезреть то, что не каждому посчастливится. Я слышала, что один из твоих монстров вырвался на свободу во время потопа и теперь пожирает всех, оказавшихся в воде. Мне не подвластны силы матери природы, девочка моя. Когда на нас обрушилась стихия, Инди воспользовался случаем и освободил себя от оков. Он вернулся туда, откуда он родом. Имею ли я право судить столь неразумное существо? То есть Инди — это человек-кальмар, который сбежал из цирка уродов, нырнул в воду, начал охотиться на остальных обитателей. Да, дичь. Да, тут еще тоже, конечно. Вот это да! Они как одно целое. Меня зовут Сара, а тебя? Меня зовут Мэтт, а мою сестренку Эшли. Вы соединены в одно целое. Потому что мы сиамские близнецы, Сара. И все. Леди и джентльмены, девочки и мальчики, все за каких-то 5 билетиков. Благодарю. Иди, малышка, кунсткамера ждет тебя. Кстати, билеты все обнулились, и тут появился один билетик. Типа потерянный. Леди и джентльмены, девочки и мальчики, всего за каких-то 5 билетиков. Если зреть самую удивительную, единственную в своем роде коллекцию. Какой он весь скрюченный. Спешите видеть Предзула, человека каучу. Не пропустите зрелище свирепого человека собаки. Вас перехватит дыхание. Ой, а ты можешь зажечь маленькую лампочку? Близнецом. Что? Нет, нет, ты не поняла. Не электричество, а эластичности. А что это такое, мистер? Это значит, что я могу вытягиваться и скручивать свое тело в различные фигуры. Ты давно участвуешь в шоу уродов? Уже много лет. Я повидал разных уродов, но хуже этого кальмара еще никого не было. Понятно, не особо информативно. Нам, причем, чтобы снова сюда попасть, нужно будет снова платить 5 билетов. Эти вагончики не выглядят слишком удобными для жилья. Девочки, эти вагончики... Всего за каких-то 5 жалких билетиков отпустит. Лицезреть самую... Кто-то вырвался из этой клетки. Или это было что-то... Вроде коллекцию ему. Спешите видеть Предзула, человека-кауча. Не пропустите зрелище свирепого человека-собаки. Вас перехватит дыхание при виде сиамских близнецов. Эти вагончики не выглядят слишком...
А, во. Подойти, чтобы подсветился. Могу определить, человек ли он или большая собака? Волк. Да. Меня зовут Сара, а тебя? Тимбер. Уходи, пока я не съел тебя. Как ты можешь так говорить? Я просто хочу познакомиться с тобой. Если хочешь познакомиться, то выпусти меня из этой проклятой клетки. Если я тебя выпущу, ты меня съешь. Сам сказал. Обещаю не делать это, если ты меня выпустишь. В чем я должна тебе верить? У тебя такой вид, что ты готов съесть первое, что попадется тебе в руки. Нет, только не тебя. Я хочу съесть. Здесь кость. Сладкий аромат мозговой косточки. Сводит меня с ума. Жрать хочу. Выпусти меня, дам тебе косточку. Ты учуял запах костей? А где же они? Я ни одной не видела на этом острове. Они закопаны. Глубоко под землей. Но я чую их. Даже не знаю, как мне быть. Прошу тебя, деточка, я сдохну в этой поганой клетке. Выпусти меня. Слушай, ну да, он крутой, конечно. Только мне кажется, что с ним что-то... Ничего хорошего не произойдет. Что-то я помню такое. Ладно, посмотрим. Не буду... заранее гадать. А почему Стюарт не открывает твою клетку? У него разве нет ключа? Ключ потерян. Проклятый Стюарт посеял его. Надо сломать замок. Ну, вроде как мы действительно должны его выпустить. Но склизкий кальмар. Кто же еще? Ух, мне бы так. Так, окей, надо как-то... Как-то надо его выпустить. В этом смысл. Пять жалких билетиков открылся. Лицезреть самую удивительную, единственную в своем роде коллекцию монстров. Спешите видеть. Будем думать, как его выпустить. Человека кауча. Не пропустите зрелище. Ты можешь предсказать мне мою... Конечно могу! А что там? Что они говорят? Кровоточащее сердце. Понятно. Но это уже... Расчлененка. Так, ладно, забираем потерянный билетик. Это билет на игру. У меня есть билет. Наиграем тогда еще 5 билетов. И будем думать, как выпустить. Со. За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Еще одна попытка. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. Смотри, не промахнись. Погнали. Тебе пора зрение проверить. А еще есть? Нету. Где тогда билет достать? Опять на берег идти? Кто умеет стрелять? Все сюда! Испытайте себя! Блин, ну тоже такая себе механика. Да сюда бегать. Похоже на билеты на игру. Ну, в любом случае, сейчас не получится, значит... Потом, когда решение придумаем... Разберемся с билетами. Ладно, где нам больше всего везло? У этого чувака. Я бы хотела попробовать. Один билет! У меня есть билет! Хорошо! Леди Джентльмены,
свидетели любого возраста. Ох, есть. Посмотрим, сколько мы выиграем. А у нас... У нас победитель. 3 билета. У меня есть? Я хочу все-таки здесь выиграть. И еще одна попытка. 1 билет. У меня есть билет. Повнимать. Есть. О, браво! Орлиный глаз. Не проходите мимо. Так, 5 билетов есть. Всего 1 билет. Можно забросить кольцо. Дайте себя. Ты не убей за слишком надежно. Страшно. Так, еще тут какой-то вагончик, в котором мы не были. А, то есть мы пройдем вот эту комнату страха и попадем в шатер. Еще один, который тут отдельно стоит. Маленькая классная палатка. Здесь еще не были. У этого человека разрисовано все тело. Меня зовут Сара, а вас? Тю-тю-тю-тю, моя золотка. Мало того, что я застрял на этом проклятом острове, так теперь еще придется нянчиться с этим детенышем. Ты злой. Да? Ну и что? Раз ты притащила сюда, придется играть по моим правилам, детка. Ух ты! Сделай мне татуировку. Что? Сейчас. Приходи лет через 10, малышка. Татуировки только для взрослых клиентов. Ну и где же твои клиенты, мистер? Я смотрю, у тебя с головой не все в порядке, да? Откуда здесь будут клиенты? Мы торчим на этом чертовом острове. Первый, кто ступил на эту проклятую землю со времен потопа, оказалась, к сожалению, ты. А ты слишком маленькая, чтобы тратить на тебя краску. Сильный был потоп, да? Нет, совсем маленький такой потопчик. Прекрати задавать мне глупые вопросы. Можно мне бутылочку спирта? Инферно будет учить меня выдыхать огонь. Ну ты и что? А не слишком ли ты мала для этого? Нет, мне уже почти 8,5. А, черт, почему вы не? Я уже этим не пользуюсь. У меня этого добра хватает. Вали отсюда, крошка. Так, отлично, бутылку спирта получили. Топливо есть. Все, что ли? Это все, зачем мы сюда пришли? Нам просто что-то на халяву выдали. Как классно! Вы только посмотрите на все эти картинки. Ужас! Эта игла совсем не стерильна. Эй, какого черта ты делаешь, мелкий воришка? Руки прочь! А, значит, и глупая идея, можно у него забрать будет. Теория. И первая гипотеза. Взять большую такую иглу и сделать из нее отмычку. Например. Как ее у него забрать? Такой себе, конечно, моральный, не знаю, ход. Он нам задарил бутылку спирта, а мы его еще обкрадем. Так, интересно, где кеглю нам еще применить? Проходите мимо, испытайте свою ловкость. Его 1 билет. Так, еще что-то было про железки для сволоча. Проходите мимо, испытайте свою ловкость. У меня есть бутылка спирта. Подойдет? Конечно. Так, посмотрим, как тебя подготовить. Прежде всего, возьми мой факел. Молодец. Зажги его. Так, готово? Смотри, как это делаю я, и повтори, только очень осторожно. Да. Отлично. Теперь ты. Получилось. И так здорово. А, получается, все, у нас готово.
огнеметание, не знаю, как это назвать. А что, если он сделает себе татуировку с твоим именем? Даже не знаю. Если он сделает это, может, что-нибудь и получится. Скажу тебе по секрету, мне очень одиноко с тех пор, как исчез мой муж. Ага. То есть, Силач сделает татуировку, и у них все получится. Надо ему об этом сообщить. Вообще прикольно, на самом деле. Мне вот такие моменты, такие сюжетные решения в квестах нравятся, когда ты попадаешь в какое-то новое место, знакомишься с персонажами и помогаешь каким-то из этих персонажей либо решить какую-то проблему межличностную, либо выстроить отношения или что-то, при этом чтобы они профит получили, и ты тоже за счет этого как-то продвинулся. Всегда очень такой приятный момент. Ты боишься? Такой здоровый парень. Представь себе, я могу повязать себе на шею стальной прут, но боюсь сказать ей о своих чувствах. А почему? Она не воспринимает меня всерьез, считает меня просто большим кретином. Ума не предложу, как ей доказать, что я люблю ее? Докажи. А ты попробуй вытатуировать ее имя на руке. Ух ты, а это совсем неплохая идея. Ну уж если она и после этого не поверит в серьезность моих намерений, но тогда не знаю. При этом он просто сошел с своего места и исчез, и она при этом это подметила. То есть это не просто так, такое графическое решение. Он на самом деле взял и телепортировался. Один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Не проходите мимо, испытайте свой ум. Верно, знаешь, что Джина сделал себе татуировку с твоим именем? Правда? Может быть, я недооценивала его? Он, вероятно, написал мне правду в своих милых, незатейливых стишках. Ага, ну он наконец. Спасибо тебе, крошка. Вот тебе подарок. Хоп. Спасибо. Не за что. Что-то я не помню, в чем у них там суть была, да? Что ему что помимо мячиков нужно было подкинуть для жонглирования. Так, что он нам выдал? Инферно говорит, что я могу использовать этот факел для выдувания огня. А, он нам... Красный резиновый мячик для жонглирования. Мячик для жонглирования выдал. Не проходите мимо, испытайте свою ловкость. Всего один билет. Кто забросит кольцо? Так, здесь у нас ничего нового. Не проходите мимо, испытайте свою ловкость. Где же нам этот мячик-то применить тогда? Не проходите мимо, испытайте свою ловкость. Всего один билет. Так, ладно, в тату-салон заглянем еще разочек. Испытайте себя. Все-таки нужна какая-то отмычка. Так, по-моему, тут было еще что-то... Нет, туда не имеет смысла. Я пытаюсь вспомнить, кому там мог мячик пригодиться. Тут так сразу все диалоги и не вспомнишь, потому что очень много народу. А, вот как раз можно под шумок иглу умыкнуть. Она даже так подсвечена. Не видишь, что я занят? Исчезни. Приставучий детеныш. Вот это да! У тебя классная татуировка. Вот клево. Что это? Это большое сердце, а внутри имя Инферно. Надеюсь, она заметит. Да, ты ее сильно любишь. Это точно. Люблю.
Она была слишком хороша для этого худосочного шпагоглотателя. Ей нужен тот, кто сможет защитить ее от Игги. А зачем ей твоя защита? Ведь Игги в воде? Нет, риск очень большой. Он растет слишком быстро. Если так дело дальше пойдет, то нам не поздоровится. Так, окей, здесь мы разобрались. В принципе... Ужас! Эта игла совсем не стерильна. В принципе, теперь можно иглой попробовать вскрыть клетку с псом и посмотреть, что будет дальше. Билеты у нас есть, так что можем попробовать. Я думаю, мы ему просто иглу отдадим, он дальше сам все сделает. Твое мастерство! Не проходите мимо, испытайте свою ловкость! Сегодня билет! Что за игрок? Смотри! Благодарю. Иди, малышка, кунсткамера ждет тебя. С камеры, да. А то я все шоу уродов, как-то это не очень звучит. Так, ну что? Ужас, это игла. Это будет очень плохо. А, надо самостоятельно вскрыть. Ну ладно. Свобода! Свобода! Спасибо, кости! Где мои косточки? Let the dogs out! Уф, уф! Он куда-то туда ускочил просто и все. Эти вагончики не выглядят слишком удобными для жилья. Чем мы в результате-то получили? Так, понятно, в клетку мы к нему не заглянем, надо идти туда наверх. И наверх смотреть, что произошло. Сломалась эта клетка? Во время потопа вагончик Игги перевернулся, а резервуар с водой треснул. В потоке воды ему удалось освободиться от своих цепей, а без них ему ничего не стоило разогнуть решетки и уплыть. А куда он поплыл? Он плавает вокруг острова, охотясь на всех и все, что оказывается в воде. Ни для кого не тайна, что Игги ненавидел это шоу и весь цирк. Он хочет отомстить. Игги боится огня, но пока он в воде, с ним ничего не поделает. Мы все обречены. Ну, кстати, да. У меня вот ровно такое же ощущение, что тут какой-то очень каст странный. Ну, это, блин, игра 99-го года, и озвучивалась она на русский примерно тогда же. А у нас тогда эта индустрия была даже как-то слишком далеко от того, чтобы, короче, не выстроена. Дети хорошо озвучены, как ни странно. А взрослые реально как пытаются что-то прям играть, хотя там играть особо ничего не надо. А вот, собственно, вот он яму вырыл. Куда он делся потом? А, мы туда можем провалиться и попасть еще в какую-то локу. Так, ладно, сейчас пообщаемся. Нет, ничего нового. Интересно, куда мы попадем? По-моему, я не очень нравлюсь вашей жене. Мистер Алири. Да ей никто не нравится, даже я. Она очень изменилась после потопа. Мне даже поговорить с ней, как прежде, не удается. Она убеждена, что я порождение дьявола. Я видела вашего сына. Он хороший мальчик. Шон? Да, он хороший мальчик.
Но мне бы хотелось, чтобы его мать не нянчилась с ним так много. Так, что нам мамка скажет? Я видела вашего сына, он... Держись подальше от моего ребенка, иначе я раздавлю тебя, как вареную картошку. Мне наплевать, если ты обречешь меня на вечные муки в аду. Но будь я проклята, если хоть один волос упадет с головы моего мальчика. Не, слушай, не, но она такая норм. Особенно вот на фоне других озвучек, тем более пиратских. Даже не конкретно этой игры, а в целом игр в ту эпоху, она вполне себе годная. По крайней мере, я когда первый раз проходил, у меня вообще к ней нареканий особо не было. То есть мне вполне как бы норм. Тут был еще один неплохой вариант, по-моему, от Фаргуса, чего-то такого аналогичного. Когда сделали voice-over такой поверх оригинала, наложили, собственно, ну там, правда, по-моему, два голоса всего, мужской и женский, всех озвучивали. Вот. И, в принципе, вот так вот, я попробовал ее установить, так немножко погонял. Это вообще вот по задумке самый топ, да, то есть когда ты оригинал слышишь и как будто реально фильм из 90-х смотришь такой с войс-овером, но при этом перевод там это просто поиспал во всю рожу. Я просто не смог его воспринимать. Вот если бы вот этот, ну, я не знаю, вот такая же озвучка, как здесь, да, ну, может быть, чуть попроще, да, так поменьше отыгрывания, и поверх оригинала вообще было бы идеально. Так, смотрим. Тимбер, ты нашел свою кузю? Нашел. Здесь дурно пахнет. О чем ты? Что не так? Воняет гнильцой. Это запах смерти. Надо выбирать. Тимбер! По дороге домой остерегайся темной западни. Ты сможешь пройти через нее, только когда найдешь палку, флягу и какой-то отражать. Что за голос? Палка, фляга есть. Здесь написано «Спирт для протирания». Фу, пахнет. Что за отражатель? Ух ты! Как глубоко! По дороге домой. Понятно. То есть все это мы проделали, выпустили Тимбера и пожертвовали фактически им, чтобы просто узнать. Нам нужны какие-то три ингредиента. Жалко, конечно, чувака. Испытайте себя! Один билет! Попался в ловушку фактически. То есть он унюхал кости, там, где именно кости складировал Игги. Так, что дальше? Как же нам дальше быть? Иди сюда! Испытайте себя! За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство! Красный резиновый мячик для жонглирования. Что нам с этим мячиком делать? Не могу понять. Не проходите мимо, испытайте свою ловкость! Вроде бы осталось до конца совсем немного. Забросить кольцо! Леди Бетте! Это любого возраста! Ладно, попробую еще раз пройти. А, я кажется, я понял. Тут все очевидно. Вообще, на самом деле, как-то быстро у меня получается все это вспомнить. Я помню, первый раз, когда я проходил, я больше всего торчал именно... Похоже на билеты на игру. Больше всего именно в этом цирке, по-моему, торчал. Очень тут долго круги нарезал и не мог понять, что делать. Точняк, надо клоуна просто нос приделать. Красный... В качестве носа использовать этот мячик. Ну давай, козявка, сейчас мы тебя измерим. Ну что ж, я смотрю, ты подросла. То есть он просто руку опустил пониже. Леди джентльмены,
дети любого возраста! Все, все сюда, как один! Не думаю, что мне неужели можно пойти туда! Неужели вы не испытываете ужаса и не побоитесь наши самые страшные... Билеты-то я не набрал. Я просто не ожидал, что я сейчас это решу здесь. Но подумайте хорошенько. Ладно, сейчас билет по себе. Наиграем. Странно, мне казалось, что их нельзя все проиграть, что ты в последней попытке всегда выигрываешь. А оказывается, нет, ты тупо идешь просто на пляж и подбираешь еще один билет. Ну, по-моему... Ладно, попробуем еще раз выстрелить. Мне прям интересно посмотреть, тут одинаковые... одинаковые соотношения побед и проигрышей. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее. Ух ты! Хоп! Так. А, смотри. Ты, значит, еще один раз победить. Ну, так вот это. Я бы хотела попробовать. Один. У меня есть билет. Хорошо. Ух ты! И все. А у нас... Кто умеет стрелять? Здесь, сюда! Испытайте себя! Так, ну я думаю, сейчас мы эту часть пройдем, и я уже отложу до следующего раза, чтобы у нас прям так ровненько все шло. То есть основная глава... Точнее, сперва интермиссия, и потом основная какая-то глава. Вот так они сменяются, потому что следующий будет как раз... Хотя, нет, вообще нет. Следующая часть — это будет продолжение этой. Нам нужно проходить. Неужели вы не испытываете ужаса? Как раз этот дом, да, то есть это у нее будет такой... экскурс в прошлое. Спасибо, акселератка! Комната ужасов дождалась тебя! Ну, погнали. Леди Джентльмен, дети любого возраста, все, все сюда, как один! Неужели вы не... Что я здесь делаю? Кто я? Снимите это с меня. Выпустите меня отсюда. Осколок зеркала. Все просто, вот тебе отражатель. Ну, как сказать, устал. Просто я хочу как-то это все, ну, не переигрывать, скажем так, чтобы у нас как-то по одной главе за стрим проходилось. Вот. Нет, этот дом с воспоминаниями, он там, насколько я помню, небольшой. Довольно быстро должен пройтись. Окей, шатер. Очень классная, конечно, глава, хоть мне и вся эта цирковая тема не особо заходит, но тем не менее, оно тут очень здорово сделано. Ух ты! У нее есть стеклянный шар! Привет! Меня зовут... Сара. Вот это да! Вы знали? Конечно, знала. Я весьма преуспела в своем ремесле, дитя мое. Меня зовут Леди Иванна. Я встретила другого предсказателя. Его зовут? Зиппи. Он просто болван и шарлатан. Глупый клоун с манией величия. Вы не могли бы предсказать мне мою судьбу? Обычно я делаю это за деньги, но в нынешних обстоятельствах не вижу в этом смысла. Подойди поближе и покажи мне руку. Я вижу, что ты очень далеко от дома. И что ты не такая, как кажешься сейчас.
твоих руках решение важной проблемы. Но потусторонние силы строят против тебя козни. Как странно. Твои руки говорят о ком-то, кто раза в три старше тебя. Все, мне нужно отдохнуть. Но я дам тебе один совет. По дороге домой остерегайся темной западни. Ты сможешь пройти через нее, только когда найдешь палку, флягу и какой-то отражатель. То есть мы понимаем, что это ее голос там был, хотя мне почему-то кажется, что это просто... Ух ты! Ты не помнишь, Стикерама, был ли ее голос, когда мы смотрели как раз вот в это отверстие? Или нет, или просто, или это просто закосячили локализаторы. А, все, я понял, нам нужно как раз туда спрыгивать, просто мы еще не были готовы. То есть я понял, это косяк в том плане, что мы выпустили его раньше, чем посетили. За один билет вы сможете продемонстрировать последний шатер и предполагал, что мы ее сперва посетим, получаем квест, что добыть вот эти предметы, и будем их разыскивать. А мы все наоборот сделать. Блин, вот ты бы отошел бы, чувак. Я подожду немного. Ну да, был ее голос, то есть да, он там должен был быть. То есть нам типа напоминание такое, что... За один билет вы сможете продемонстрировать... Блин, ну вот это вот, это, конечно, пипец просто. Вот он просто не дает нам... Пойду к бассейну пропустить парочку мартини. Липанем через него, да? Пойду к бассейну... Отлично, я теперь должен все это дерьмо обходить. Вы испытаете свой лоб... Спасибо, игра, тебе большое за это. Один билет... Бесполезный персонаж, который нам вообще ничем не помог, стоит просто перегораживает нам проход. Я вот тоже, я вот хотел сказать, да, что мне тоже вот пришло на ум сравнение именно с американской историей ужасов. По сути, тематика, набор... Тематический набор, да, истории, он прям как-то пересекается. И цирк, и дурка, и что там еще? Ядерный апокалипсис будет. Так, я, наверное, тут сохранюсь, хотя в этой игре... Сохрани. Это какая часть? Уже четвертая у нас, да. Если считать интермиссию. Продолжить. Блин, так мне нравится вот этот саундтрек, когда вот такой начинается, ритм заканчивается и начинается вот эта плавная часть. Ацтеков и какие-нибудь очередные выборы в США должно быть. Ведь это надо увязать. Ух ты! Как глубоко! Пещера. То есть это как отдельная часть считается. Не получается! Вода такая темная! Осколок... Может быть, я попробую это позже. Не думаю, что я смогу сделать. Инферно говорит, что я могу использовать этот факел для выдувания огня. Это будет очень плохо. Так, где-то... А, положить его просто надо, чтобы он подсвечивал нам путь. О, они горят! Нет. А, огонь разжечь, тупо разжечь. Как там горячо? Тупо разжечь огонь, чтобы зажечь... Факел. Well set. От шутки кальмар где-то здесь.
черепа на переднем. Опа. Жги. Это научит тебя играть по правилам. Мне кажется, тут можно еще не тем путем пойти. Это научит тебя играть по правилам. А, ну да, вот могли по низу пойти и попасть в тупик. Вот он. Так. Стреляет по сектору. Вопрос, что с ним делать? А, и сразу в три. Жги. Ну. Ни хрена не понял. Три раза. Увидимся в аду, урод! Все, раздамажили главного босса. Мне так нравится, как она еще выходит и так скидывает уже ненужный предмет. Это очень классная локация, она грустная, но при этом очень красиво сделана. Такое. Стены извиваются, как будто они не настоящие. Возврат воспоминания и такая связка между главами. Ой, как там горячо! Вот это да! Предметов у нас нет. Что мне в этой локации? Макс, поднимайся. Ты ничего не можешь сделать, сынок. Ты не виноват, что не смог найти его. Иди сюда. Помоги маме на кухне. Хорошо. Я иду. Сразу после ее смерти. Стивен, прекрати! Еще не готово. Я умираю от голода. Когда будет готово? Как всегда, шесть часов, и ты прекрасно это знаешь. А теперь иди отсюда. Хорошо. Я буду у себя в кабинете. До шести. До шести часов. Вот это надо запомнить. Помню, что это важно. Фи, все продукты испортились. Так, а ничего взять нельзя? Фи, все продукты испортились. Ну, похоже, что нет. Вот что действительно плохо в этой локализации, то что... Там внутри что-то сгорело. Даже не хочу знать, что именно это было. Действительно плохой момент, это то, что в кат-сценах, да, в синематиках... из-за того, что нельзя было просто английскую речь заменить на русскую, да, поскольку она там все целиком идет вместе с музыкой тоже, да... Там просто наложили отдельно какой-то саундтрек, один из треков из игры, и поверх нее, соответственно, положили озвучку. Соответственно, там не все звуки воспроизведены, да, то есть там, где речи нету. Вот, и музыка, соответственно, другая тоже. Вот, хотя вот именно в синематиках стоило сделать просто voice-over. Они решили повсюду типа дубляж. Ни за что.
Ни за что. Ничего не понимаю. Ладно, в общем, тут смысл в том, что... Какие красивые старинные часы. Закрыто. Ах! Нам нужно часы открыть. Нужен ключ от часов. Думаю, это семья, которая здесь жила. При этом она не помнит даже, то есть семья, которая здесь жила, то есть она не узнает... Чей-то дедушка. Думаю, это семья, которая здесь жила. Чей-то дедушка. Она кому-то и не помнит. Классно, еще дом так озвучен. Это скрипы. Просто пространство под лестницей. Если присмотреться, можно увидеть скелет Гарри Поттера. Господи, по стенам течет кровь. Почему обязательно кровь? Я не могу идти туда. Здесь тоже отражение отработано. Кресло так и само крипово раскачивается. Мой бедный ребенок. В нем тебе будет тепло в цирке. Она слишком красивая для привидения. Да, вот очень классно его задизайнили. Именно в плане того, как ты, вот, ты по нему ходишь. Так все в разрезе. И в целом оно какое-то, блин, очень... Очень все хорошо сочетается. А, да, отсюда она, видимо, видит как раз остров с цирком. Так, ну все-таки нам нужно понять, где найти ключ. Так, еще две комнаты. Это, соответственно, блин, у них у каждого по своей комнате было. Ах, закрыто. Да, едут, но игра не включена в сеть. Да. Бывает и такое. У этой куклы один глаз, а четыре руки. На постере, видимо, тот самый циклоп, с которым мы позже познакомимся. Прости меня, Сан, я не смог найти. Я искал. Привидение в виде маленького мальчика. По-моему, я его знаю. Ух ты! Ух ты! Понятно. Просто ух ты. Так, а в ее комнату, получается, нам пройти не получается. Интересно, почему? Чем это обосновано? У нее как будто заблокированы собственные воспоминания, вот то, что с ней самой связано. Ах, закрыто. Зачем? Я просто скучаю по ней, Диана. Очень. Мы все скучаем, дорогой. Но мучить себя каждый вечер, просматривая старые видеокассеты, не выход. Иди спать. Уже позже. Думаю, ты права.
Да. О, можно кино посмотреть? Да, по-моему, еще какую-то видеокассету нужно будет найти. С их семейным архивом. Немного. Минутка пиксель-хантинга. Ладно. Найдем кассету, вернемся сюда. Ага, ключ. Латунный ключ. Интересно, для чего он? Мы берем ключ, и там как будто прям в качестве подсказки часы пробили. По половину там какого-то часа. Стены извиваются, как будто они не настоящие. Ну это классно, на самом деле. Прям вот я раньше на эту деталь не обращал внимания, что нам тут дают даже подсказку, от чего этот ключ. Просто чисто так напомнить, чтобы у тебя как-то ассоциация простроилась. Вообще очень интересно так, когда ты уже проходил какую-то игру, там пусть даже... Вот я многие квесты в детстве проходил именно по... прохождениям. Вот, а потом уже позже, в более сознательном возрасте, я там проходил ту же вторую Керандию, например. Чисто вот на интерес ходил, общался со всеми персонажами и обнаруживал, как много на самом деле тебе подсказывают, когда ты первый раз проходишь, как много тебе дается подсказок в диалогах, при этом таких очень таких ненавязчивых, обтекаемых и очень хорошо и стилистически вписанных в общий какой-то сюжет, в общий нарратив, и это очень круто. Закрыто. Так. А тут не получается. А, это путь на чердак. Собственно, нам нужно будет туда пройти и, видимо, найти ту самую игрушку. Ну, это по-любому от часов, но я просто так пробую. Всякий случай. Так, сюда вообще не идет. К себя она в комнату, по-моему, вообще не сможет попасть ни под каким видом. И это очень так знаково. А тут... Часы открыты. Теперь я смогу передвинуть стрелки. Классно так отобразили, конечно. Как их двигать-то? Как раз видим у отца в комнате, на полке лежит кассета. Большое привидение. Так, ну... Странно, картины сдвинулись. Еще один ключ, видимо, от чердака. Серебряный ключ. Он так блестит. Видеокассета. Здесь написано «Домашнее кино». Те времена, когда home video означало home video. Смотреться, я же сюда не подходил, какие-то свечи прямо на столе стоят. Думаю, это семья, которая здесь жила. Это, видимо, кузен Страхолюдина. Кузен Страхолюдина? Старый камин. Похоже, опять дождь. Опять дождь. Похоже, опять дождь.
блин, хорошо, что тут такие актеры, которые хотя бы не говорят там, типа, да, окончание не меняют, типа, аленький цветочек. Вот что-что, вот такой выговор я просто не переваривал вообще никогда. Так, так, а где видак-то был? А, ну да, наверх, даже выше. Можем, конечно, сразу на чердак пойти, но, по-моему, без информации, которую мы увидим на видеокассете, мы там не продвинемся. Папа, это мое тайное убежище. Тебе сюда нельзя. Знаешь что? Я забуду про это, если ты обнимешь меня крепко-крепко. Ну, хорошо. Только Максу не говори, где это. Ладно, не скажу. Но где же обещанные объятия? Я люблю тебя, папочка. Я тоже тебя люблю, тыковка моя. Тыковка моя. Я сразу вспоминаю тыквенную грядку. Наверное, не случайно тут именно так, такой оборот. Ах, закрыто. Конечно. Кассету нам оставили. Если с первого раза не понял, пересмотри еще разок. Так-то все поюзанные предметы сразу исчезают. Какой беспорядок! Здорово! Это очень забавно, не так ли? Зачем нам зеркало? А, это, блин, зеркало. Вот тут. Так, смотрим, тайник. Так вот где ключ спрятан. Третий ключ. Больно много ключей. Ну, собственно, вот мы бы без видеокассеты. Ух ты! Так есть. Ну и за счет. Ну да. Типикал чердак. Ну вообще как-то тут уютненько так это все атмосферно отрисовано. Держу пари, и здесь полно всяких игр и игрушек. При этом такое искажение тоже классно. Закрыто. Ах! Видеокассет. Ты нашла его! Нашла его! Давай, давай, давай! Осталось мало времени! Иди за мной! Так, и как нам теперь выбраться отсюда? Я не могу идти туда. Не думаю, что мне... Ага, просто перебралась. То есть это, видимо, какое-то воспоминание, которое видит Макс, и в котором он как-то нашел для себя какое-то или объяснение, или заново проживает это все, чтобы как-то успокоиться, что ли. Чтобы у нее прошло чувство вины. Она ждет! Нужно поспешить! Быстрее! Ты еле ползешь! Она ждет! Нужно поспешить! Ну, собственно, вот мы и сможем сейчас попасть в свою комнату. Очень сожалею об этом. Чего ты ждешь? Давай, давай, заходи, заходи. Не
не могли себя сами увидеть раньше времени. Это пугает меня. Какая замечательная. Ты нашел его, спустя столько лет. Прости, что заставила ждать тебя так долго. Прости меня, пожалуйста. Не грусти, Мак. Я думал, что подвел тебя в тот момент, когда ты больше всего во мне нуждалась. Нет. Не думай об этом. Ты никогда бы не смог подвести меня. Ты мой герой. Ты пытаешься спасти всех этих детей. Я знаю. Ты сможешь им помочь. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Ну да. Окончание очень трогательное на самом деле. Не беспокойся. Я присмотрю. Прощай, Сара. Мне пора посмотреть в будущее. Спи спокойно. Приятно, что тут хоть и сюжет просто жестище, но при этом всегда как-то глава оканчивается чем-то таким, ну, чем-то хорошим. Но при этом переходит в следующую, и мы стартуем опять в психиатрической клинике в каком-то другом ее месте. Ребенок, он что, умер прямо здесь? Находимся возле кроватки с мертвым ребенком. Тоже, видимо, он та же самая игрушка, но при этом ребенок это, ну, явно не его сестра. И при этом даже доподлинно неизвестно, вот сейчас, вот в этом своем состоянии, он помнит вообще про то, что у него там сестра должна быть или нет, или он вообще не осознает этого. Только не это, мне хватает цирка в жизни. Бустер из цирка. Ребенок, он что, умер прямо здесь? Блин, это на самом деле очень криповая сцена. Так, ну что же, ладно. Наверное, будем тогда здесь завершать. Не будем заранее распечатывать эту главу. Вот. Такая, ну, даже не то чтобы глава, это сейчас будет такая интермиссия, такой переход, связка с следующей главой из новой вселенной, там тоже будет довольно интересно. Такой sci-fi будет очень криповый. Да. Тебе спасибо, Стикерама, что составил компанию, потому что вместе это все проходить гораздо приятнее, чем просто в одиночку. Вот, я не знаю, посмотрим завтра, как будет по настроению, может быть, продолжу, и, наверное, если буду продолжать, то постараюсь, конечно, пораньше стартануть, хотя бы в 9 часов. Ну, не обещаю, конечно. Ну, оповещение в любом случае будет. Вот, спасибо, Стикерама, и, блин, все время забываю, как еще одного нашего зрителя. Здесь подчесываюсь целый день. Звали. Ну, короче, всем спасибо. Он говорит, я могу здесь стоять и почесывать себя целый день. Забавно. Ну все. Сейчас засейвимся. То есть это уже у нас будет 5-я часть. Ну пусть будет 5-я, да. Поверх каких-то сохраненных, которые тут уже были до меня. Продолжить игру. Ну все, до новых встреч.